9 лет колонии за любовные утехи под наркотиками. В Германии вынесли приговор известному пластическому хирургу Андресу Давиду Нидербихлеру. О тайной стороне интимной жизни врача стало известно после того, как в его доме нашли тело одной из возлюбленных. Эксперты установили, что 38-летняя Ивонна скончалась в результате передозировки кокаина. Следователям доктор признался, что практиковал необычные способы любовных развлечений. В частности, наносил себе наркотики на интимные части тела. Позже стало известно еще о двух жертвах Нидербихлера. Одна из них после ночи с возлюбленным почувствовал недомогание, а другая угодила в ДТП.